1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет труженице тыла, вдове Клавдии Сергеевне Мироновой, которая родилась в Оренбургской области в многодетной семье. Из 12 детей два брата ушли на фронт и не вернулись. С 10 лет Клавдия работала в колхозе прицепщицей на комбайне, сеяли пшеницу, затем работала дояркой. Дети старались выполнять все поручения, потому что все для фронта, все для победы. Тем более, что отец Клавдии был председателем колхоза. Учиться не было возможности, поэтому окончила всего 4 класса сельской школы. Муж, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, умер в 2010 году. В Нягань Клавдия Сергеевна приехала в июле 2020 года. Проживает с внучкой. Клавдия Сергеевна, с юбилеем!